Вот смотри, то, что вот у тебя он, где вот плитка не приклеена к основанию. Вон, вся стенка шатается. Он видел, он приклеил. Это где гидроизоляция, вон она у нас стоит приклеена, не простукивается. А здесь? Потому что там уже все. И ляпухи такие. Что там? Ну, ляпухи, в смысле. Почему не на гребенку, если стена штукатуренная? Хотя я смотрю, здесь просто основание пыльное. Ох, очень печально, что здесь чистая отделка уже. И все это переделывать, демонтировать. Ужас. На углу у нас. Вон, все входит. Толстый слой, стены акрилы. О чем наша вина? А почему криво? Она же вроде бровно, нет? Лазарь и уровень, да. И если вот так сейчас взять, вот так, то здесь неровно. Вот сюда ушло неровно, туда. Надо вот так чуть-чуть сюда навернуть. Не держит. А вот здесь вот не держит. Не держит. Я сказал дядя Толя. Говорит, Андрей, ты только, блядь, закончишь этот ремонт, начнешь новый делать. Да. И он мне всегда это говорит. Я вот уже... Ну, снимать придется, вот, смотри, прям бухты. Слой раз, два, три, четыре. С этим пять. Пять слоев так не должно быть. Это клей? Да. Ребята уложили плитку. Под 45 градусов запилили. Уже ничего не простукивается. Все хорошо, здесь все демонтировали. Там, где была гидроизоляция, не отслаивалась. Где вот обычная, то там отслаивалась. Закончена работа по плитке.